Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор робота, предназначенного для подводного поиска и оснащенного манипулятором для погрузки предметов. Отдельно хочу поблагодарить за вашу поддержку в комментариях за идеи по доработке и модернизации. Итак, робот состоит из основных частей. Это гусеницы, рама, корпус для аккумулятора и реле управления, кабели управления с пультом, а также манипулятора. Сейчас покажу схему с основными размерами робота и после этого рассмотрим конструкцию поподробнее. Движение гусеницы осуществляется за счет электродвигателей, расположенных в задней части робота. Через шестеренку вращение передается на зубчатое колесо гусеницы. Гусеница изготовлена из проволоки диаметром 7 мм, состоит из 30 звеньев с приваренными к ней грунтозацепами. Сейчас продемонстрирую движение вперед. Движение назад. Для погрузки в корзину найденных предметов изготовил манипулятор, который состоит из подвижного основания и стрелы. На стреле установлен захват, зацеп для вытаскивания предметов из грунта и камера для управления роботом. Для контроля заряда батареи имеется вольтметр и компас для ориентирования под водой.
Чтобы снять крышку аккумулятора, необходимо выкрутить 4 винта и потянуть ее вверх. Что мы сейчас и сделаем. Нам помешает манипулятор, уберем его в сторону. Убираем корзину. Снимаем крышку. Под крышкой находится аккумулятор и блок реле. Вот такой робот. Всем спасибо и пока.